Да-да-да-да, 4 утра. По-моему, вот прошлогодний влог, когда мы ездили в Мостовскую с Гришей, по-моему, он вот так вот тоже с часов и начинался, если честно. Подогрела я Гришке пиццу. Правда, она остынет. Тумана нету? Прошлый раз вспомните, сколько там в Мостовской снега было, там замело. Вот, там по колено его было. Да. Так, в общем, сейчас я пиццу упакую. Да, розовое кимоно с зелеными полосками. Все, рюкзак сидит и готов. Ну что, на 4 раза поломалась. Ребенок готовится. Да, ребенок? Ты готов? Всегда готов? Да, на сумму готовится. Звонить, Гриша, брать телефон у тети Любы и звонить маме, понятно? Мама, телек тетя Любе, звони там. Не, раз туда едет тетя Люба, значит это. Все нормально, да? Да. Передай привет тетя Любе. Она там еще папа, иди одевайся, кстати. Кстати, она еще не договорилась насчет там соревнований, ничего? Договорилась. Да. Гриша смотрит с добрым утром, малыши. На Cartoon Network. Чего? Мой шумный дома, вот это уже нормально. Это уже нормально. Ну и кто теперь, а? Ну кто теперь, малыш, да? Ну и кто... Гриш, ну выключи, пожалуйста, этих придурков. Гриш, я сейчас еще раз скажу, и выключится телевизор. Ой, заберу себе телевизор. Вы не уедете, нет? Нет, девушку еще покупать надо. Не, я сейчас поехал там прошить. Прошивать. Понимаешь? Поработать. Давай целуйся, обнимайся. Давай. Говори до свидания. Скажи, мы в 6 часов приедем, да? Так мы Антосик. Антон наш, да? Так мы завтракаем. Детей пицца. У мамы с папой кофе. Я еще буду творожок со сметанкой. И лаваш это родня передала. Ну и оливье, кто хочет. Лаваш с колбаской. Это общее. Оливье это общее, да. Так, ну что, я рада. Если честно, не очень рада, но, в принципе, довольна. Григорий занял 3-е место. А, вот. Вот так вот. Я как бы рада, но он мог лучше. Это точно. Ну, ничего страшного. В общем, 3-е место. Он сначала расстроился. Сказал, что я мог бы и первое занять, но что-то там на первом кате он пошатнулся, а второе кате там как-то судили не так, вроде бы, но я же там не была, поэтому я не знаю, как там судили, но средний балл почему-то неправильно вывели одному мальчику. Может быть, это неправильно, не знаю, в общем. Любовь наша там разберется с этим совсем, но что-то там не так с судейством. Блин, сейчас меня все посмотрят и скажут, что меня там нет, а я тут брешу вам. Вот, в общем, ладно, сейчас буду печь пряники, ничего не снимала, руки вообще, вот пока не знала результатов, ничего даже не хотела сделать. Вот сейчас буду делать пряники на день рождения. Пошли, сейчас включу Новый год. Второе место – Никита Богдан. Третье место – Добрый Григорий. И получится друзья. Такие вот прянички будут, значит, так, одни будут на 30 лет, а другие на 9 лет. И еще один вот такой вот котик будет на 14 февраля. Так что сейчас делаем айсинг. Пряники пока остывают, сейчас я их отсюда тоже уберу. Вот эта штука тоже убирается, вот так все это остывает. Так, ну что, вот эти вот пряники мне нужно обязательно сделать побыстрее. То есть 4 штучки, да? Вот этот может немножко подождать. Поэтому делаем сначала вот эти, хотя цвета айсинга я расписала на все. К
каких по чуть-чуть совсем написала. Красители. Мне больше всего нравятся вот такие вот Color Gel, потому что они в очень удобной упаковке. С вот этим носиком нужно, можно выдавить совсем немножечко. У меня есть топ-продуктовские. Это российского производства. Color Gel, по-моему, итальянские. Вот. А есть еще один AmeriColor. Но у них упаковка, в которой ты вот так вот должен трясти. Ну, то есть вначале ты их выдавливаешь, а в конце вот так трясешь, и неизвестно, сколько оттуда вылетит. Либо тогда их зубочисткой уже добавлять. Вот, а наши топ-продуктовские жижи, то есть они как бы жидкие именно, не гелевые, а жидкие красители. И то есть их тоже неизвестно, сколько выльется. Вайсинг, поэтому вот самые удобные это вот такие вот. Они именно гелевые. Вот даже упаковки до сих пор синие. Сейчас айсинг у меня поставил. Сейчас я все пузырьки здесь разглажу и буду уже окрашивать во все цвета, которые я написала. И будем начинать уже заливать прянички. Духовку включаю на 50 градусов на конвекцию и будем их подсушивать. Получилось, сынок. Марсик тут спал, да? Люк и спал. А что это он тут заснул? Афонька уже проснулся. Моя пряники делаю. Гришка, третье место. Я уже сказала. Все, уже награждение. Вот сейчас в 3:20 Люба прислала видео, что уже все их наградили. Я все равно горжусь им, он молодец. Вот, я сейчас доделаю пряники. Сейчас спою, покажу вам. Афонька тут гуляет. Расскажи мне. Антон в компьютере? Ты что, хочешь черный пояс одеть? Нет, это Гришин ремень. Это Гришин ремень, правильно. Да, он обидел. А где наш Гриша? В школе. В школе? Да. Нет, Гриша же на соревнованиях. Он кованый, он обидел. Не, может, надо кимоно туда. А мама на обеду. Одежду надо, да. Ты поедешь на соревнования? Да. Как ты там будешь делать? Вынову. А вынову как? А куда, когда? А вигулювай? А маду пелкову? Да? А ванана? Так, осталось не только вот этого быка сделать похожим на быка краснодарского. И будет вот такой вот наборчик на 9 лет. Маленькой такой коробочки. И вот такой вот на 30 лет. В общем, вот такой вот девяточка. И вот такой на 30 лет. Это вместо открытки будет с денежками. Вот такой вот бык получился. Конечно, не совершенство, но с быками я первый раз имею дело. Получилось у меня две коробочки. Одна вот такая вот, знаете, когда не знаешь, какой цвет там бантик завязать, я завязываю красный. Мне кажется, он хоть как-то выделяется. И он и мальчикам, и девочкам подходит. В смысле, ну, я думаю, что мужчине 30 лет как-то празднично. И вот такой вот зеленый, это быки Краснодар. Тут видно, что это Краснодар. Вот. Ну, в общем, как-то так вот, на 9 лет. Мне нравится, если честно. И под низ еще положу денежку. Ну, потом, естественно, скажу, чтобы ее убрали. Вот так вот. Папа наш там где-то на улице ходит, сейчас тоже зайдет, уже будем собираться. Да. Вот ты говоришь, сынок? Сначала до Вадика, а до Димы когда? А Диме тоже. Потом до Димы? Я уже собираюсь, крашусь. Вот этой штукой на лицо бибишкой гарниеровской. Мне нравится. Афоня вот сейчас мне принес салфетку влажную, потому что я очень много этой бибикрема надо маловато, прям очень мало. А тут я прям много, сейчас буду все вытирать. Так вот мы и красимся. Когда Афоня по мне лазит. Да. Как ты? А зачем ты лазишь по маме? А ну-ка. Да, красить. Как вот можно так краситься? А ну-ка вот так бегаю, а по воду. Да? Да. Пока деду так. Так, мы выехали. Наконец-то 17:30. Каким Новым годом, сына? О чем ты говоришь?
Так, вот так вот выглядит пряничная открытка. Мы подъезжаем. У нас что-то моросит и гололед получается. Да, мы сейчас вот туда. Вот сейчас же мы туда и пойдем. Посмотри, там шариков сколько. В детский клуб «Чердак» сейчас пойдем на день рождения. Как раз это напротив родительского дома. Круто. Бабушки. Нет, мы сейчас не до бабушки. Показывай, Афонь, куда надо заходить нам? Вот сюда. Сюда вы заходили? Афоня-то уже тут был, дядя Стёпой, да? Все, надо держаться, да? Потом сюда. Потом еще туда. Да что такое? А вон куда-то надо. Ты уже слышишь, сынок? Одеваться и раздеваться. Ты же видишь, тут, тут крючочки, видишь? В тапочках, да, тут в туалете, как в лёсиках, тапочки, обувайся. Тут куча-куча тапочек, все гуляют. Афоня уже покушал, молодец, тут вот раздеваться. Да, иди ручки-то помой, потому что ты ручки не помыл, только рукава закати, хорошо? Давай. Угу. Руки вытирай. Приедешь же на карате же. Ну, с Мостовской, не знаю, как приедет с Мостовской. Не, Люба его приедет. Yeah!
Очень маленькая. Моего маленькой нет. И кусает. Барбашина. Давай я тебе. На. Опа, гол! Ура! Давай еще, Антон. Пошли. Фофанька, пошли, пошли, пошли. Теперь мы идем на другой день рождения, да, Вадика, да? Вадик тут поет песни, пошли. Пошли. Филю, наверное, закрыли, да? Заходи, иди, стучи. О, здрасте. Заходи. Да ничего не дали. Тяжелая, да? Ого, нифига себе, какая тяжелая. Трудно. У меня есть. Я только заплести надо. Вадик, давай, все пучком. Тетя Веру заставишь. Не гуляли, да, я помню вот это. Да, мне дедушка была, когда Леша, когда у нас машина была, мы закрывали. Ну, смотри, я гуляю. Ой, это ж в театральном же, да, было? Валик, бабушка, Таня. Перерос бабушка, Таня. На рыбалке. А где рыба? Рыбу. Риша на медали. Риша в медали. Все, поехали. Домой. Да, не забудь, в багажнике косточки и рексы. А то ты так и будешь их возить. Да. Рексу? Пошли. Да за мальчик такой занимается. Ну и как тебе на велике? Холесо? Да. Привет, Антошка. Нет, вот там, вот где машина. Смотри, там миска Рекса. Давай. Ты куда? Хоть кто-то в нашей семье спортом занимается. Спортсмен. В отличие от некоторых, никто не занимается спортом. Тебе нравится, сынок? Да. Ты поехал? О, боже мой! Так, а ну, выйди! Как мы выгодно приехали с дня рождения. Это пипец вообще. Просто еще нам столько еды надавали. Родня еще нам огурцы надавала. Холодец. Это торт нам на дне рождения у Вадика. Ему 30 лет. А это вот пакетик нам кума на 9 лет столько еще надавала. Ну-ка, мой котик, расскажи, как ты без мамы справился? Офигенно. Так что, теперь без мамы? Ну, куда ты отходишь? Иди лучше сюда. Лучше без мамы. Иди сюда. Лучше без мамы ездить? Да, зато можно покупать все, что хочешь. Да? Не страшно? Нет. Все хорошо, ты же уже не первый раз, да? Ну как Мостовская вообще? Понравилось? Нормально. Опять поехали к границе, расширили. Угу. Ну ничего, да, все хорошо. Все.